Привет, меня зовут Кирилл, и я работаю в DateArt 7 лет, где временами катаюсь на доске и приношу счастье. А счастье я приношу в основном тем, что помогаю разрабатывать те или иные веб-приложения, которые потом используются безумным числом пользователей по всему миру. В своем докладе «Путешествие в лямбда страны» я расскажу о том, почему математики в начале прошлого века, когда Гёдель еще не публиковал свои работы, искали новую формальную и полную систему, которая могла бы выступить базисом для остального математического аппарата. Систему, которая сейчас называется лямбда-исчисление. Я покажу, как на Ruby можно легко разработать синтаксический анализатор и интерпретатор для этой системы, с кем реализую примитивный язык, в рамках которого определю булевую логику, числа, операторы сравнения и другие функции. Для наглядности же, чтобы убедиться, что лямбда-исчисление является достаточно выразительным языком, мы реализуем алгоритм быстрой сортировки. Я убежден, что к концу выступления внимательный слушатель сможет легко ответить себе на вопрос, почему метод map является частным случаем оператора свертки, который в свою очередь один из возможных катаморфизмов, или почему все функции являются функцией от одного аргумента и как можно использовать карирование. Тем не менее, кроме исключительно теоретических знаний о первичном языке, я верю, что он также помогает взглянуть на существующий код с другой стороны, что в конечном счете позволяет применить функциональный рефакторинг. Конечно же, с помощью лямбды тоже можно поднимать штангу. Приходите. 9-я встреча IT Talk в Киеве, 2 июня, 19:00. Мансарда компании DataArt.